Hey, yo, guys, с вами Шмехи, мы продолжаем проходить игру по названию South Park Палка Истины. Окей, погнали в комитет, вот этот центр. В принципе, мы нашли диктофон, который нам был необходим. What's this? А что это такое? Recording. Это записи? На ней информация. Что они там говорят? Какой контора так и был? Когда они закончат эту стройку? Так, мы должны сравнить с землей все, что находится в радиусе 3 блоков. Что? Заложник взрывается под землей, и сейчас здесь все взлетят на воздух, а затем пусть уткой под землетрясение. Они просто взорвут 3 блока? Сукины дети. Вы сукины дети! Как они эти права? Я так и знал, что такое не так. Это далеко не простое такобел. Это самый громадный такобел, который когда-нибудь строили. Видите, с тех пор, как в Тако Белл появился дорогой соус Тако, они думают, что им можно все. Здесь, не в нашем городе. Ты молодец, новичок. Мы не дадим такого Беллу победить. А теперь я тебя сфотографирую. Ты рядом с членами родительского комитета. Отлично, я перешлю тебе ее. Изи, 8 уровень. То, что мы друзья, не означает, что мы можем... Дурака валять. Здорово, ты получился в этих бреды из Тако Белла. Вы славно потрудились сегодня, молодой человек. Кайлу очень повезло, что у него остался милый сосед его возраста. А ну-ка, что ты хочешь продать мне? Припрыгаю на 5 целей. При идеальной атаке цель начинает истекать кровью. А, если осталось не меньше 3. А подожди, не меньше 3. Не меньше 3. Ну, короче, 2 это уже не в счет. Ну, я возьму. Снаряжение. А, вот это у меня сет был. Типа, видите, мы его раньше времени просто получили. А, так это продать же нажал. Всё. Снаряжение. Сырный шлем. Маны, прежде чем обосрётесь. Магического урона. А, ну здесь нету ячеек, ладно. Имидж. Наносит больше урона метательным оружием. Способность наносит на 10 больше урона. Так, ладненько, у нас, в принципе, 8 уровень. А это значит... Так, смертельно острый бумеранг. Давайте его возьмем. Попробуем. Здесь нас интересует этот меч. Изменить. Положить в инвентарь. Изменить. Подожди, а где стоять? Это 20 урона. 25, 50. 50. Назад. А где на 50 урона дает врагу? Или это... Ну, шок поставлю, лед поставлю. Вот так вот. На бумеранг мы поставим...
туда, пускай будет огонь. Шашашашам. Так, изменить. Положить в инвентарь. Жилет с 15. Изменить. Метательное оружие. Огненного урона. У нас там электрический урон и ледяной. Ага. Ага. Огнем, да? Огонь. Там, может, перчатки изменим, там будет. А где перчатки? Вот. Нет, перчатки. Не те. Да, это не. Так, изменяем. Тактические. Хил мне нужен, где он был? Получать ночку при помощи. Ага, получите 2 очка помощи при убийстве противника. Я не снял. Я, ну, 2. Отхил где? При уроне. Вот. Хорошо, что у нас выходит? 50, 100 урона. 3 атаки делаем. Вообще отлично. По идее, должно быть сейчас чисто имбовое все. У нас дело. Имбовое дело. Так, гуты. Можешь уже костюм не нужно одевать, и так сойдет. Кстати. Если тебе удастся украсть что-то у врага, ты сможешь восстановить еще немного. Ох. Особое. Go about your questing, hobbit boy. Go conform somewhere else, kid. Ясно. Начинается. Где этот парик? Парикаем. Шапка Гота. Костюм Гота. Перчатки Гота. Ух ты! Nice. Он это сделал, прекрасно. Yeah, да, но он все равно не год. Он должен пройти последнюю проверку. Фродо, может, ты и выглядишь как год, но сможешь ли ты станцевать как он? Totally fucking bullshit. That's not how you drink coffee. You call that smoking? I'm feeling the rage. Ой. I like what you did with your coffee. What do you think? Что вы думаете? Вроде бы как год. Да, очень круто. Да, это было классно. Я почувствовал его боль. Ладно, новичок, считай, что мы. Ага, только позвали, и мы перейдем. Изи. Так, возвращаем нашу одежду. Готово. Идем. Так, перчатки я же поменял. Да. Завербуй готов. Готово. Так, а что у нас выходит? Ч
Что он мне дает свин? Воспользуйтесь там. В смысле, я... А я что, не прикреплял? Так, погнали, короче, повесим маячок, который я весил уже. Но он решил почему-то не сохранять этот процесс. Так, о, стоит. Тритонавр. 10% больше шокового урона. Вот такое. Вот такое. Окей. Во-первых, давай... Я попробую тухлые яйца. А, на них тухлять наш не действует, точно. Нихера себе. Но она все равно не убивает. Ладно. Подкачка жизни. Мало там урона. Значит, с кошельков тоже падает. Застрял. Так, че-че-че. Охота на крупную дичь. Охота. Че, медведи, свин. Блин, нужно тогда будет потом пойти посмотреть. If you ever want some work done on your nose, see Dr. Tom. Good job. Отлично, младший Алгоранд. Теперь, когда все деятели на месте, я могу снять свою маску. Я знал, что ты точно сделал человека свина. Идем, я доложу. Так, вынесите эту конференцию в базу. Ключ Элгора. Полетели. Не, давайте я, короче, буду перед локациями всегда сохраняться. Потому что мало ли, кто его знает. Оттуда. Как интересно. Сенсоры зарегистрировали присутствие человека на медведстве. Отправься туда и прямо сейчас и запусти этот дефибриллятор. Окей. Тут закрыто. Дефибриллятор. Ну, а, стой, может, вот это. Так, хорошо. Способности. Такс. Ваншот. Косарь. Ух. Ха, слишком поздно. Урона вообще никакого. Ну, 600 урона плюс эффекты. Нормально.
Так, полетели. Куда? Найдите новых союзников. Выполнено. Это... Том Картмана. Чел Медведя Свин. Давайте на Чел Медведя Свина. А где-то здесь? Майкл Генри, мисс Фэблес, доктор Гэри, мистер Алдерсон. Квартал, ладно. Найдите идеальное место под Южным парком. А, под. Нет, спасибо. Возвращаемся. Возвращаемся. А мне еще в комитет, да, нужно занять? А потом. Союзник, дом Картмана. Я за Картмана, поэтому мы играем с Картманом, все. А, вы вернулись, давайте сэрчим, настолько время собрать наши деньги. Просто приведи их сюда, никто не будет сомневаться в твоей. Заберите башню. Подойдите все ближе, пока тот выкажет в своих задницах, сэр Чему привел помощь нашему королевству. Сэр Чему, настало время наградить вас за силу услуги. Возьму уже третью из королевства, милый Кристен, я желаю вас титулом командир Чему, со всеми вытекающими правилами и привилегиями. Командир Чему. Эрик! Мы знаем, где эльфы прячут палку. Что? В самом деле? Мы только что забрали их... Так, ты имеешь в виду, что мы под их почтовый... Да, мы под их ворон, а злой король эльфа спрятал палку в своей школьной парте. Конечно. Кайл спрятал ее в своей парте. Жители крепости, Кубы. Мы знаем, где эльфы прячут палку. Я же вам говорил, что они мухлю. Теперь мы нападаем на школу и заторгнем коридоры эльфийских врагов. А если не ошибаюсь, если выбрать тех, то палка окажется у Эрика. Или нет? Защитники свободы! Я благодарю вас за вашу отвагу и смелость, которую вы привели в битве. Сегодня мы больше не люди или готы. Сегодня мы объединимся как один. Я чувствую себя сейчас прямо как гнома. Люди пришли! Фу, они дунули в рог, дуй в наш рог. Ребята, на левые фланги, дети готы. Приготовься атаковать. Окей. Они заблокировали вход, эльфы опять взорвали. Я понял, на обход надо идти. Так. Краски можно найти отлично стоять. Сохранить игру. Там. Эк. Новый друг. Метательный нож. Блин, жалко, что у меня на том нету этих. Чик-чик-чик-чик. Ну вы поняли. Ow, I hurt my fucking ankle. Man, it hurts like shit. Yes, sir. Hey, buddy. Hey, I'm healed. О, я в порядке, но только телом. Мы закрыли ее, чтобы никто не мог сюда попасть. Новички, если ты находишься в здании, ты убьешься в тирана. Но я знаю, что в тебе есть хорошее. Перестань драться за зловещего лорда, освободись.
Астотрон. Астотрон. Так. Боже, и бесстыжие эльфы чеканутые. Здесь можно пройти? Ой, здесь пройти можно. Прятки игнорируют до 60 брони. Ух ты, забрать все. До 60 брони игнорит, да? Блин, как лучше... Давайте шок, да, возьмем. Лед. Так. Изменить. Угу. Пускай так, ладно. Don't go in there, man. We just got through the back. They just mowed us down. Like dogs, man. All my friends are dead. Oh, Jesus. Нет. Boiling oil in your face. Ух ты, что за рот. Куда он делся? Ладно, туда сейчас мы еще вернемся. Что здесь? Баскетбольный мяч. Баскетбол. Целься в лицо. Отскоки. Ни хрена себе урон. Оскакивает. А, ну дополнительный урон. Блять, ну только двоих бьет. Как к черту? Я не хочу больше играть. Я не хочу больше играть. К черту это все. Осмотреть. Получить 5 очков помощи при убийстве противника. Бац, бац. А где, подождите, у нас было? При убийстве противника. Вот это. Давайте. Пускай будет. Хорошо, убили. Правда, я не погибну. О, я со своими напал? А нет. То есть лежачие тоже считаются. Не, ну все, он труп. Девятьсот урона просто. Плюс наносится еще цели сзади.
close my eyes, I see my friends' screaming faces. Перчатки некроманта. Так, наделяет любого способностью поднимать мертвых и при помощи лопаты. Добавляет 5 брони, снижает урон, 2 с уроном для зомби. О! А, неплохое, неплохое. Против зомби-фашистов. Оглушено вызвано... Так, грабежом длится дольше. Хорошо. Типа, дольше будут в станике валяться. Это очень хорошо. Так, ну, а если наверху? Maybe he wants to be friends. Эй, крыса. Poor little fella. Да, бедный парниша. These are the terms of your surrender. One, you will be the Owl's personal slave for a month. One month. Two. You agree that the elves are masters of the stick for all time. Three, you and... Hey, hand me the mic for a second. Осмотреть. Здесь больше ледяного. The so-called Grand Wizard has to jump up and down continuously for 3 straight days. If he stops early, he has to start over. Как спецназовца. Так, хорошо. Да, она заблокирована, конечно. Назад, ребят! Что-то ужасно происходит с дежурными. Помогите, пожалуйста. Это же Гарри Нэ. Не трогайте его, он рыжий. Мы пришли на уроки на утро после землетрясения. А оказалось, их нет. Мы слышим звуки внизу, наша зеленая слизь, которая была везде. Она изменила других наблюдателей коридоров. Да тебе и надо, слабак наблюдатель коридора. Что-то в слизи... Она... А, это зеленая слизь делает рыжих наблюдателей коридора отвратительными. Окей. Оу, щит. Музыки нету. Ну, как я понимаю, здесь лучше начать с этого. Хорошо, Баттерс. Где музыка, Баттерс? Хорошо. Хорошо. Не того я добиваю мечом. Изи. Я даже не использовал свое умение. Так, молот мордобоя. О, плюс 100 к этому. В предельной атаке понижает защиту цели. Урон от оружия увеличивает на 3x показатель брони. Вау. Деньги.
Максимальное количество очков. И... А, все смог. Осмотреть. Получать 50 здоровья при каждом ходе в бою. При убийстве. Каждая атака высасывает. Ну пускай каждая атака. Я коцаю 5 целей. Изменить. Ну, пускай бумеранг 5 целей. 50. Это то же самое, что я заюзаю эту. То же самое. В принципе, то же самое. Ладно, это токсики. Хорошо. Дальше. Так, Баттерс, мне нужен... Нужен Кенни, получается, да? Кенни, давай, полетели. Отлично. Группа Баттерс выбрать. Так, генератор выключен. А, он наполняется плюс еще со временем. Теперь мы полностью его выключили. Плоть зомби. Добавляй 50 тошнотворного урона. Ну, такое. Здесь я сохранюсь, потому что я не знаю, куда мне идти. Ну, типа, вверх. Сыночек урона. Забрать все. При убийстве лучше получать. Значит, я угадал правильно. Вау, я с Лизю сражаюсь. Микробы-мутанты. Подожди. Иммунитет к магии, иммунитет к тошноте. Уязвим к холоду. Подожди, а могу я застанить его? Было бы очень хорошо. Серьезно? Я могу его оглушить? Лол. Это очень хорошо. Потому что я сейчас. Потому что хорошо. Блин.
Он все еще лежит, понимаете? То есть я его сейчас снова же втыкну и все. Все. Минус микробы мутанты. Забрать. Мини-боссик, так сказать. Секретный босс. You don't want to be on the wrong side of this when Wizard Badass's army falls. Think about what you're doing. Хорошо. Здесь ничего. Тут закрыто. Те же самые сундуки открываем. Всегда держите пару эликсиров силы. Они про... Hey, douchebag, let's see how you like some flaming dog shit. Look at... Get it, Stan, you dirty elf! Oh, oh. I'm zeroed in. Suck it, Stan. Fire in the hole. Target locked. Oh, shit! Why you shit-slinging asshole, Stan? Ну, очень поздно. Ладно. Уговорили. I never miss twice. This isn't over. Сами же подгорели. Отлично работа, чем уже вы за капитана вступите в бой с ним. Я думал, сейчас будем драться, оказалось нет. Почему я серьезно, убери свой этот... Кого убери? Используй магию, чтобы открыть дверь. That's good. Someday I will teach you to do better. Your insides are rotten, bro. Those ones hurt, huh? А, именно эту дверь ты имеешь в виду. Вот так, быстрее открывайте дверь, пока они что-то. Продвигайся вперед, я должен сохранить силы, чтобы сразиться. Когда это закончится? Здесь твоя конечная остановка, новичок. Братец Волк. Ай-яй-яй. Ответ на удар, да. Иммунитета нету. Босс. Ответ на удар. Мне интересно, можно ли его глушить? Босса вообще можно глушить? Неуязвим. Ясно, понятно. Ясно, понятно. А, щит тоже норм. У нас щит норма. А ответный удар там не будет работать, ладно. Бонус к атаке. О нет, нет, нет! Готово. Ха, и чё, а у меня ещё есть, а у нас ещё есть.
Насался только ты, буду в спину резать. Окей. На мечах, так на мечах. Ладно. Два хп. Так он мне почти урон не наносит. И все это, что осталось от легендарного... Мы играем на нормальном уровне сложности, повторяюсь. Параметры, вот, нормальный уровень сложности. Хилки мы не юзаем, потому что мы с вами хорошо играем. Получаю 2 помощи при атаке ближнем... При отдельной атаке цель начинает истекать кровью. Оружие позволяет... Стоять. Здесь момент интересный. А, там побольше будет, да. Но он мне увеличивает плюс это показатель брони. Урон от оружия. Замечу. Урон от оружия. Мы должны помочь Твику. Хорошо. Ладненько, так, готово. Пока не спят, мы сейчас быстренько. Бац. Блин, вот плохо то, что у некоторых целей все равно есть сопротивляемость. Это очень плохо. Он их убьет, там 700 урона будет. Красавь. Еще лучше. Плюс отхил. Время еще плюс отхила идет. Капюшон некроманта. Капюшон некроманта, тукающий голову, настоящий вуаль тьмы. Атаки. Ни хрена себе. Но это чисто те, кто... На магию заточен. Я не хотел. О, здоров. Птеродакин. Так, романный осколок. Керамический. Ой, тихо. Я ж тебя тоже глушанул, надеюсь. Ну, в принципе. Он труп. Способности, яйца. А, и все. Я на самом деле думал о том, что получше будет. Ответный удар. Окей. Ну, на ответный удар у меня есть... кинжал. Поэтому нормально. Ты старался как мог, все это могли... О, био. О, изи. Изи квизи. Способности особые.
Враги, враги, враги. Да. Еще больше дэмэджа с руки. Почему, братиш, ты мне не так огорчай? Набрать. Там уже до нас кто-то был. Походу у меня полная. И сортиры мы тоже не можем сходить посрать. А. Вот оно. Вам выпала честь ввести нас вперед, командир Чмо. Так, сохранить, сохранить, сохранить. Да. Куда только нам идти? А да, это стой, король Кэйв. Палка не принадлежит жирному. Хорошо, Кэйв, ты сам этого хотел. Подожди, нет, нет, нет. Загрузить. Загрузить. Я хотел посмотреть, что. Давайте сразу, что в другой двери. Я же специальный диалог пропустил для этого. Для этого. А, стой, стой, стой. Лемингс. Ух ты. Ух тышка, ух тышка, ух тышка. А это у нас на чем работает? При убийстве. Урон. РСХП каждый 50 ход. Каждый ход. Или кровотечение. Не, ладно, пускай будет. А, да, так, король Кириф. Плохо не пронадлежишь жирному рестикону в руну. Хорошо, Кайл, ты сам этого захотишь. Давай, найди его задницу, чмо. Новичок, карту он использует тебя, разве ты этого не видишь? Он манипулирует. Ты просто задумай, потому что новичок выбрал меня, как и для... У тебя есть последний шанс, новичок. А вернее, как карту, сделай все правильно. Не делай ему и по-еврейски промышлять. Атакуй его, сейчас же! Заткнись! Ты еще пожалеешь, новичок. Ты разве не знаешь, с кем имеешь дело? Ты тоже босс? Значит, тебе сопротивляемость. Иначе с тобой будем только так. Тобой только так. Хорошо. Продолжаем. Кровотечение. Пни малыша. Не пни малыша. Было бы интересно, если бы он попал в меня. Было бы больно, мне кажется. Ну что, ну ты истекаешь кровью. Сейчас тебя сдует. Похорони меня. Все? Зловещие еврейские эльфы проиграли, молодец, новичок. Дети Гота, возьмите палку из Парты. Победа наша! Эй, постой-ка, а у Парты нет ящиков? Что? Парта этой школы имеет только... Нет, ну, Твиттер... Посмотри сюда, на этой парте что-то написано. Загляни в мой шкафчик. Чья это парта? Это... Это парта Клайда? Здравствуйте, люди темные эльфы из Заорона. Клайд. Он взял палку. Пока вы были заняты международным войном, я собрал королевство, которое вам даже не снилось. Я молился, чтобы найти способ уничтожить вас всех, и решил снизу... Он это зеленое вещество. С тем, что я нашел, я подумал, армию мертвецов.
Я подумаю, армию тьмы уничтожит землю. Клайд, но зачем? Я его выслал, чтобы он потерял во время пространства. Теперь вы видите, дураки, я могу управлять палкой и будущим земли. Клайд, не жаришь ли бутербродов? И сейчас, папа, я засыпаю видео «Власти тьмы». Кто управляет палкой, тот управляет миром, а по всему своему первому указанию я объявляю всем законы королевства людей и эльфа. И отбираю власть у обоих королевств, ха-ха-ха. Твою мать. О, привет, мальчики. Можно поговорить с Клайдом, пожалуйста? О, Клайд играет со своими маленькими друзьями на заднем дворе. Ну давайте, лузеры. Ни хрена подобного, Клайд, ты изгнан из времени пространства. А вот и нет. А вот и да, придурок. Армия тьмы, обороняй крепость. Крейг, Крейг, ты же на моей стороне. Ты утратил власть, храни палкой, ты сказал. Этого не может быть. Да твою мать, если у меня есть власть. Прошу прощения, военные маги, мне, конечно, хотелось бы пригласить вас в свою крепость тьмы, но боюсь, уже слишком поздно. Слишком поздно? О чем ты говоришь? Ах, вот вы, Баттер, знаешь ли, сударь, который час? Тебе уже давно-давно пора спать. Черт возьми, надо пора бежать. Блин. Клайд, тебе пора спать. Ладно, пап. Уровень 10. Уровень 10. Блин, я не вижу, на что можно потратить. Ладно, давайте тогда возвращаться в свой дом. Надеюсь, бегу в правильную сторону. Забрать все, ладно. Куда я иду хотя бы? Я же свой дом перебежал 30 раз. Пойди мой дом с другой стороны. Вот здесь, да? Нет? Дальше? А, он вообще на другой стороне улицы. Колпак шута. Так, со цветами и проделками, как положено. Увеличивает максимальный запас 25. Понятно, фигня. А, вот где вы. Повсюду тебя искали. Ты наказан, мистер. Отправляйся домой и живо спать. Сейчас я ухожу, чтобы ты отправился в постель и подумай об этом. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.